24 победы, 30 нокаутов. Результат достойный уважения, как минимум. Русский нокаутер из Колумбии, как представил его рингоносер Эпифанио. Около 50 боев на профессиональном ринге. При этом последние бои дома и потерпел поражение нокаутом в 9 раунде. Продержался 9 раундов, против стоит. Ну, те из вас, кто имел возможность наблюдать поединки Рахима, Радарчика. Но это отдельная история, как можно долго на эту тему сказать, что не боится он никого. А то, что Александру Усику настолько серьезного соперника. Александр Усик. Эпифанио Мендоса выглядит внушительно. Присмотревшись, можно выделить несколько особенностей. Например, первые 6 раундов, возможно, максимум в этом поединке. Да и Александр.